В Краеведческом музее открылась необычная выставка. На стенде в холле учреждения можно увидеть работы мурманских школьников, участников международного конкурса «Пасхальное яйцо», организованного детским центром Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Региональный этап фестиваля проходил при поддержке сотрудников Дома культуры Ленинского округа. От мурманских школьников организаторы получили более 400 работ. Причем приносить декоративные предметы было не обязательно. Заявки принимались и в интернете. Для этого достаточно было отправить фотографию. По условиям конкурса «Пасхальное яйцо» можно было сделать из любого материала. Так, среди экспонатов в музее есть работы, выполненные техникой выжигания лоскутной мозаики, росписи и бисероплетения. Ну а самым необычным исполнением работники ДК посчитали каменное яйцо, расписанное акриловыми красками. Самые лучшие работы мы отметили дипломами и организовали выставку в Краеведческом музее. Вот вы можете их увидеть здесь.